Основные три ошибки, которые допускают новички, занимающиеся ножевым боем, при атакующих действиях. Первое. При атаке вы смотрите на нож, потом бьете. Второе. Перед атакой вы делаете шаг вперед. И третье. Перед атакой вы пускаете небольшую волну по телу. Уберите эти ошибки, и вы станете быстрее и менее заметны в своих атаках.